Пое-повторители. Зачем? Нередко случаются ситуации, когда у нас подключена камера одна, приходит по одному проводу, к примеру, и на данном месте, где расположена данная камера, нам нужно подключить еще какие-то устройства. Ну, скажем, к примеру, Wi-Fi точку доступа. Как же нам по одному проводу подключить два устройства, так, чтобы без лишних блоков питания? Ну и вместе обычно, где ставят такие провода, там нет, может быть, ни места для блоков питания, ни лишних розеток. Нам нужен какой-то POE-тройник. В этой ситуации нам поможет такой девайс, как POE-повторитель от VTEC. Здесь мы имеем один вход POE и два выхода, тоже POE. Он нам поможет, в общем-то, по одному проводу подключить не только камеру, но и второй девайс, например, Wi-Fi точку доступа. Это позволит нам использовать эти два девайса вполне компактно и без лишних проводов. Давайте попробуем. Готово. По одному проводу у нас подключена и камера, и Wi-Fi точка. А питается это все от маленького инжектора. Интернет приходит по проводу и выдается через такой инжектор, который стоит, на самом деле, даже иногда дешевле блока питания. Но что же в тех ситуациях, когда нам нужно подключить еще больше устройств? Wi-Fi, камера, а нам нужно подключить еще и телефон. И в данном месте было бы, наверное, еще очень кстати для нашей ситуации какой-нибудь SIP-панель, видеопанель. Как же здесь нам обойтись? А приходит только один провод. Да, есть еще тоже вариант четырех портового POE-транслятора. То есть здесь у нас имеется порт входящий с POE, 4 порта исходящих и даже uplink. Давайте все подключим через это устройство. Так, ну что мы получаем? По одному проводу мы запитали не только нашу камеру, которая была в этом месте, но и Wi-Fi точку, телефон, еще и видео SIP-панель. И все при помощи вот такого тройничка. И у нас еще остается один порт uplink, чтобы перекинуть сеть дальше. Полезный девайс. Пробуйте, используйте.